идешь, помягче все, и она более-менее начинает появиться. Начинаешь разминаться, она что-то у меня с первого барьера как вправо стала сваливаться. Она потому что, да. Она начинает заводиться от этого. Не, ну ты сама помягче сядь, по расслабленней. Понимаешь, ты как с первого, понимаешь, ты как сюда, как ухнула и туда 8, понимаешь? Ну спокойно, ну прыгни спокойно, чего, сделай 9 спокойно. Понимаешь, и понеслась. А потом чуть помягче выдохнула, сама расслабилась, и все. И она нормально хорошие прыжки сделала. И сюда хорошо прыгнула в этот. Там, наверное, чуть пониже надо будет еще, да, и нижнюю отпустите, да. Выше. О. Вроде ровно. 4, 4, там 4. Привет, Кристина, привет. Все нормально? Все нормально? Сон? Завтрак? Отлично. Сила есть? Ну и все здорово. Значит, все хорошо. Давай тогда потихоньку подбирай, да начнем разминаться. Еще чуть короче, Кристина. Ой, Кристина, Ксюша. Кристина, что ты мне, Кристина. И дальше, дальше, прям вокруг, вот вокруг этих барьеров. На шагу, давай. На шагу помни его, минутку-две, раз, сюда погни, налево, направо, прямо, на шагу, и пойдем рысью. Да, проси, левое изгибание, проси правое, левое постановление, нога, еще, да держи, сейчас он тебе, а правый не бросаешь, правый чуть-чуть, о, ну, еще, вот он что-то хоть, смелей, вот, наружнее лучше, смотри. Наружнее лучше, хорошо. Поехали, рысью, да? Поехали. Вперед смотри. Ты
Просто подбородок подняла и все, ты уже вперед смотришь. А ты вот так вот раз вниз, и все. Ты... Вокруг-то ничего не видно. Вот, вот, хорошо. Все он умеет, видишь, оказывает. А ты не стесняйся, не стесняйся. Вот. Хорошо, хорошо. И давай переходы. Не спеши, не спеши. И то, что я сказал, давай переходы, это не значит, что тут же сразу надо что-то подготовься, сама сообрази и начинай делать это все. Не надо спешить. Давай, давай, работай, работай, работай. Много, много не езди. Переходы почаще. Чуть поинтенсивнее. Раз, раз, раз. Переход, 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 подъем, переход, подъем. Подчинила, чтобы он, чувствуешь, что он тебе подчиняется при этих движениях. Все. Переходим к другому, к другой разминке. Хорошо. И голову выше. Не смотри вниз. Не смотри на руки. Ничего там нет у тебя. Я тоже с детства ходил, искал, искал. Думаю, может, больше рубля не находил. Так что смотри вперед. Не зажимайся. Расслабь. Расслабь плечи. Расслабь. Не зажимайся. Что-то вот так вот раз, села и прямо что-то пытаешься. Расслабься. Не зажимай плечи, не зажимай руки. Неплохо. Давай налево-назад. В обратную. Проехали. Вытянулся. Видишь, он у тебя убежал. При подъеме врезь, он тебе раз и повез тебя туда наверх. В следующий раз над этим нужно было. Чуть, значит, контролируй наружным поводом, чтобы он тебе чуть встречай при подъеме. Вот, вот на месте остался. Хорошо. Все то же самое. И на галопе точно так же. Все, практически все одинаково. Только надо требовать всегда одно и то же и правильно. И у лошади вырабатываются рефлексы. Ничего, уже поменьше упирается на рыси вообще. Хорошо, хорошо. А тебя чуть подлиннее сделай, подними в рысь, чуть побольше проедь. И сделай переход. На коротких хорошо он тебе подчиняется сейчас. Ну ничего, ничего, ничего. Вот. Давай. Поехали, поехали, рыся. Ага. А, вот. Не убежал, хорошо. Иди, иди. Чуть пошире, рысь. Чуть пошире. Рабочая. Вот. Вот. Ага. И еще попробуй так же. Пошире, рысь. Пошире, пошире. Иди. Вот. 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 Еще идем, идем, идем. И переход. Неплохо. Ну, еще разочек. Иди, иди, иди пошире. Иди пошире. Вот, хорошая рысь, хорошая. Хорошая. И переход. Хорошо. Погладь. Прошагни. А вы здесь в гостинице остановились?
чё? Что поедет? Какие маршруты? Ну, мы записали 110, 115, 120. 110, 115, 120. Там посмотрим. Угу. Ну, так-то вот она сейчас на Ярославле выходит, прыгала 120. Угу. Выиграла. Угу. Кружку с повышением в Турции ехала. Угу. Такой товарищ-то. Может, что-нибудь напугаться, придумать себе. Не, ну... Ну, во-первых, он тоже еще... Ну, вы видите, в 5 лет только взяли, еще считайте. Ну, да, да. Ездить, а сейчас ему 6. Сейчас ему 7 с этого года. А, 7, ну да, ну. Пока вы считаете, просто пытались... Ну, да, да. Просто лево-право ездили. Да, Ксюша, подбирай, поедем галопом. Все точно так же, да. Все, порядок на шагу. Смотри вперед. Не забывай про голову, про вперед. Не забывай, следи. Как только ты сама себе, вот как только ты руки увидела, так значит, надо тут же поднять. Как только ты вот гриву увидел, надо, знаешь, раз поднять по этому самому. И все. Четко для себя наметь это. И ты будешь за этим следить. И поверь мне, подымешь голову. Вперед. 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 Издуй налево. Направо. Уйдешь направо. Издуй направо. Самок. Да, сейчас она прыгнет вертикаль и поедем оксер. Хорошо. Поедем оксер, Игорь Викторович? Нет, нет, все. Давай, поехали. Издуй налево, издуй направо. Аккуратней по... Аккуратнее, оксер, идем. Иди, иди, смотри барьер. Выше наружный. Раз слева, иди, оксер, пойдешь, раз справа. Сидеть, молодец. Не приподнимайся, Ксюша, не приподнимайся над барьером на стременах. Не надо, тебе надо чуть-чуть корпус только подать. Не надо привставать на стременах, когда прыгаешь. Смотри барьер уже. Ничего, ничего. Хорошо. Правильно, хорошо. Рысь, шаг. Шагом. Не старайся, Ксюша, не старайся подпрыгивать вот здесь вот. Тебе нужно чуть-чуть подать корпуса, чуть-чуть привстать, коленями держаться. Понимаешь? Не надо стараться подпрыгивать. Доброго. Привет. Еще раз или подымем? Знаешь, еще раз, подходишь вниз, почему ты подтягиваешься за него? Рука спокойная должна быть. Еще раз, когда он все справа. Правый поводочек поддерживаешь. Жен. Хорошо, и дальше двигаешься. Время упор. Ставим. Дырку нет. Поехали. Ксюша, то же самое. То же самое. Не тянись. Не вставай, не подпрыгивай на стременах. Просто чуть-чуть корпус. Много не надо его туда. Сиди, хорошо. Спокойней корпус, спокойней. Не так много, чуть мягче, чуть спокойней. Не кидай, не бросай туда корпус свой. Просто оставляй его вот здесь вот, все. Не вставай за гривку. Спокойнее наружу, выше, смотри, барьер.
Ничего. Ксюша. Ой, что ты дёргаешь сразу лошадь? Ой. Ксюша. Ну ты же видела, что у тебя дальняя точка уже. Ну а почему же ты держалась тогда за повод-то за него? Ну тогда чуть-чуть повод на месте, ну ты его помоги ему тогда, голос там, ногу чуть подключи, а ты держишься, еще и в воздухе за него держишься. За гривку держаться надо. Чуть подальше, в принципе, ничего такого сложного нет, маленький барьерчик, нормально. Но если бы ты ему спокойненько пошла бы вместе с ним, а не назад, понимаешь? Все, и не было бы повала. Он передом пошел в заднюю жир. Давай еще разочек, давай. И вот ездой направо и иди. Только ездой направо, да. Шентик в повороте. Хорошо. Давай. Давай. Чуть пораньше смотри. Чуть пораньше голову поднимай на барьер. Чуть пораньше. Вот, уже посмотрела. Уже смотри, и поворот. Хорошо, мягкая рука. Вот, вот это неплохо. Погладь. Хорошо. Да. Да. Назад. Хорошо. Маршрут смотрели? Сейчас расскажу. Подъезжай сюда. Настя, заканчивай. А то вы отвлеклись, а она на вольт встала и прыгает. Вы отвлеклись, а она на вольту прыгает, продолжает. Лошадка раз и все. Пока вы разговариваете. Девчонки, давайте я вам расскажу маршрут. Иди, Настя, сюда. Так, а мы с Лобкой пока прыгнем. Давайте. Давай. Смотрите, начинаем ездой налево. Коричневый чехонец по прямой, синий оксер. Вот что мы вчера прыгали, два крестика длинной дистанции, да? Да. Сначала все то же самое, да. Выпрыгнули, отходим спокойненько, потом раз, и идем в поводу, доходим. Направо идем, зеленый чехонец, 6 галопов, оксер. Не хватайся тоже, чуть-чуть потом прислонишься. Дальше продолжаем ездой налево, двойная система в один галоп. 4 галопа чехонец. Соответственно, прямо идем, чтобы не налево. Оксер. 7 галопов оксер. В угол. Опять прыгаем в угол, прямо отходим, потому что следующий барьер у нас ответственный чехонец. И по 6 галопов делаем дугу. На этом заканчиваем, да. Пока. Не спеши нигде, прямо, все, ногу поменяй, все должно под контролем быть. Все. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Система 5-6. Окстер 7-8, 9-10, 11. Есть? Да. 6, 6, 6. Не хватайся. Ездой налево. Ездой налево. Потому что следующий поворот у нас ездой направо. Не хватайся в повороте, не хватайся. Галопируй поворот. Смотри барьер. Не хватайся. Мы готовы, поедем. Отпускай, давай. Поехала, Ксюша. Давай.
Аккуратнее смотрите, на вас сейчас поедет по прямой. Нет, да. Чуть-чуть в сторону, влево вот сюда. Вот, вот, вот здесь вот, да, будет. Да. Сиди, 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 сиди. Хорошо, хорошо. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Не зажимайся. Не зажимайся. Система. Аккуратней. Сюда пойдет. Чуть спокойней. Назад. Хорошо. Лучше за гривку. Ксюша, чем ты будешь держаться за повод? Ап, ап, ап! Вы встаньте, встаньте, а то лошадь на вас прям пытается. Когда вы стоите, она по-другому реагирует. А тут раз присели. Ксюша, вот ты понимаешь, вот вела-вела, вот то, что, о чем говорили, понимаешь, нельзя совать руку. Ты вот сюда вот привела. У тебя остался последний короткий галоп. И если бы ты не отдала бы, не сунулась туда и руку не сунула, он спокойненько, ты бы заставил бы сделать этот короткий галоп, он прыгнул бы. А ты взяла и пустила его. Вот и тебе, вот, он бы сделал бы этот галоп здесь. Поехала. Думай, что ты делаешь, не надо его оставлять. Все, 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 не гони, не гони, не гони, все нормально. Вот. Смотри, куда он. Все, подбери. Прямо подбери. Подбери. Си, спокойно, спокойно. Прямо. Да. Ну и... переход. Ничего. Ничего. Все, Ксюша, неплохо. Все неплохо. Кроме что, понимаешь, смотри. Две ошибки. Здесь поправился, здесь не поправился. Здесь совсем грубо. А туда начала штурмовать Чухонец тут. Терпения не хватило. А спокойненько бы взяла бы еще один голуб. И вообще мягко бы. И здесь тебе меньше борьбы было бы, понимаешь? То есть, входя в связку, в первый барьер, это самое главное. Нужно правильно войти. Потом будет меньше проблем выхода из связки. Поэтому надо об этом думать и об этом помнить. Так, в принципе, неплохо. Здесь вообще хорошо получилось 4 галопа. Вообще четко, хорошо сделал. Ничего, сейчас еще раз. Хорошо, шагай. Этот подумал, что сейчас ему влетит за то, что он закинулся. Ну, значит, конечно, конечно. Но чуть, да, чуть спокойнее все равно. Надо тут же его, не надо. Что, ничего сложного. Ну, видно, аккуратный. И его с ним надо очень мягко, а то напугается. Женьки любовь, ровные руки. Дальше двигайся. А так хороший прыжок. У него что там на гавке задней? Какие? Простые одеты? Веридус. Видишь, все, пошла колбаса. Лошадь в порядок не приводит. Сейчас остановится. Нет, он хороший. Шенки. Нет, я имею в виду не задний, не утягивающийся. Шенки. Он может снять, мы его и без утягивающихся дома работаем. Не надо его вообще даже утягивающий назад одевать. Вообще надо никуда. Работать на простых. Но мы на простых дома. На простых и самые там такие. Там всегда дело выпендрится. Ну я понял. А дома мы работаем на обычных. Да, да, да. Обычные эскадроны у нас. Вот и так и просто. Если уж там на турнир когда-никогда, и то да. Ей сейчас не надо одевать. Потому что он перерабатывает. А, перерабатывает? Да, он сейчас. Из-за нагавок? Ну, нагавки тоже имеют, да? Такое свойство. Да, если там резиночка, она немножко по этим. А так как она с периодичностью ошибается в подходе, он перерабатывает, он перенапрягается. Может, лучше попроще.
Попроще. Потом, когда поувереннее она сама сядет, сама поувереннее будет видеть точку хорошо, все, тогда уже можно там и что-то посерьезнее одеть. Прямо отходит, прямо. Меняешь ногу. Ты сменила ногу? Ну, все-таки у него неплохая плямка, его смотрели. Нет, он, я смотрю, он, у него хороший, ну, хороший есть, прыжок. Да. И у него хороший прыжок, аккуратный, здорово, он может очень прилично. Он грубость не терпит порту вообще. Вот его начнешь чуть больше хватать, он может вообще с поворота. Ну, значит, надо это помнить, да, надо помнить, надо с, это. То есть его пробовали сломать, его не сломали. Сейчас, Серега, мы сейчас еще раз ее пропустим, ее выше не надо. Давай. Сейчас, ну, ты видишь, она подвижена. Да, да, да. Пройти. То есть силы его не сломали, его вернули назад, как мы забрали. Настя, дяденьки пытались. Переход по... Не, ну, ну, вот так очень прилично. Я прям очень даже но приятно... Но твое имя должен оправдывать, приятно, эластик. Да, приятно удивлен. Прыжок очень хороший. Надо просто... Не, не, это хороший, нормально. А, нормально. Да, вот такие, это нормально на такие. Это хороший поэт сам. Он сам по себе так... Ну, значит, ничего большего. Чтобы иной раз... Он еще этот весь обрюнгенен из-за того, что так долго не могли его заездить в Москву. Я не буду называть фамилию, не буду его заездить, потому что вы знаете. Весь обрюнгенен и спина, и все, но потому что думали, что вот именно из-за этого он не дает. Сергей, с обратной стороны как? А все то же самое, только заканчиваем чхонец систему обратно. Он очень душевный, к людям такой вообще хороший. Я вообще не знаю, за что его можно было убивать бичами. Вороной только мне. Мне единственное не нравится. Не любите? А я не люблю есть, таких. Есть такое, а есть, не... есть такое поверье, да? Что вороны не прыгают. Да? А у нас другие есть. Ну, очень, знаю, очень, что... очень мало. Четыре белых ноги я только слышала, что не счастливо. Ну, это да, у всех пацанов. Да. Очень мало, вот так даже по большому, в большом спорте вороных очень мало, очень редко, которые прыгают гран-при, которые то все, то есть. Я-то про этих знаю, про четыре, у меня вот эта знакомая. Ну, будет исключение. Где я покупала этот лошадь, она говорит, даже цыгане говорит, говорили, четыре белых ноги, не бери лошадь, три белых ноги, не бери лошадь. Типа, а так и есть, нас купили с четырьмя белыми ноги, травма на травме, на ровном месте. Упал и разрубил себе запястный сустав. На ровном месте. Молодец. Рысь. Рысь, рысь, ногу меняй. Подъем голову. Вперед, ручку не тянем. Спокойная рука. Вот так. Это рысачок? А это рысак. Маша, он рысак с кем-то, да? Да. Нет, он не рысак. Мама, мама, да, и чистокровка там. Мама колхозная. Хорошо. Здесь чуть отпустилась. Да. Не сажалась вообще никак. Молодец. Продолжай дальше. Стой, стой, Лёлик. Стой, Вика. Любока. Вика. Прямо. Давайте тогда повыше все поднимаем. Через две. Коль уж 120 прыгать по этому самому, тогда... Не, ну это получится где-то 115 как раз. Даже 120 не будет. Пройдись чуть-чуть голубчик, Максюш. По манежику пройдись.
Так, Серег, поднимите. Ну и поехала, Ксюша. Все то же самое, заканчиваешь последней связкой этой. Чухонец системы. Поехала. Так, ты не мешайся. Уже голову подними, поверни. Наружный. Сиди, 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 сиди. Контроль. Ничего. Ну, чуть поувереннее надо было. Ксюша, чуть поувереннее. Либо назад тянуть, либо доехать поувереннее. Не спеши. Хорошо. Прямо, да. Меняй ногу. Да, да. Система, чухонец. Помягче входи, чуть поспокойней. Сядь назад. А потому что начала подпрыгивать в седле и не решила, что делать тебе, сдалека прыгать или нет. Прямо, да. Смотри, назад. Верни, верни его чуть-чуть, верни. Сидеть. Хорошо, прямо. Смотри, систем. Чуть спокойней, чуть спокойней. Красавчик. Хорошо, Ксюша. Хорошо. Делай, делай. Да. Неплохо. Кроме первого, второго. Нет, первый тоже не сам. Второго не уверенно. И вход в систему. Едешь, и такая, знаешь, что-то запрыгала в седле. Ну, ты просто реши, понимаешь? Ему же нет вопросов, понимаешь? И даже ты же пошла вот подальше в Оксер. Ну и ты, когда ты уверенно его ведешь, даже и точка отталкивания далеко, он идет за тобой и не сомневается. Как только ты начинаешь сомневаться, и он начинает сомневаться, понимаешь? Вот эта уверенность, твоя уверенность передается все ему. А так, в принципе, неплохо. Так нормально. Я думаю, что да,